Всех приветствую на своем канале. И сегодня Талискер. 10 лет выдержки. Первый Талискер я попробовал в 2019 году. Если я найду, я сейчас вставлю фотографию. Оформление немножечко поменялось. Ну, хотя как немножечко. Оно поменялось очень даже заметно. То есть больше цветов. Более яркая такая этикеточка стала. Где я его купил? Я его купил в Евроспар. Причем абсолютно не запланировано. Я вроде бы пошел за вином. И смотрю, на полочке стоит вот такая вот красота. Да еще и по акции. Где-то 3600 или 3700 рублей вот он стоил. Причем в 2019 году, если я не ошибаюсь, я его покупал где-то за 5000. А тут по акции за 3. Ну, за 3600, за 3700. Я думаю, что вот это точно надо брать. Потому что другого шанса может и не быть. Ну и, собственно, взял. Вот такие вот дела. Я уже налил. Дегустация будет первая, потому что я еще его впервые за 3 года не пробовал. Ну а как мне нравится говорить, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому можно сказать, что дегустация будет первая. Как-то так. Я вроде бы в том же 2019 году выкладывал видео на Талискер, но тогда это видео мне не понравилось, я его удалил. Поэтому в каком-то смысле спустя аж 3 года почти что, дубль 2. Аромат. Вот интересно, что Талискер я очень часто вспоминал практически в каждом видео. Вот это его такая минерально-соленая нотка. Вот то, что здесь на первом месте. Минерально-соленая нотка. Вот прям точно. Что здесь на втором месте? Йод. Конечно же, йод. Причем вот такой прямо медицинский-медицинский йод. Вот. Ассоциация. Заходишь в кабинет сдавать кровь. Вот примерно такой же аромат. Морская соль, йод, нотка сухого белого вина. Вот. Или шардоне, или рислинг. Вот что-то вот в этом роде. Вот легкая сладкая нотка вот здесь есть. Такая фруктовая, персиковая даже, вот я бы сказал. Аромат классный. Аромат прямо одни эмоции. Наслаждаться можно бесконечно. Уже одним ароматом. Давайте я сейчас запишу и будем пробовать на вкус. Итого по аромату. Минерально-соленые нотки. Йод, в скобочках медицинский кабинет. Сухое белое вино, сорт рислинг или шардоне. И нотки персика. Это что касается аромата. Ну и теперь вкус. Очень свежие такие прям воспоминания, которые меня на протяжении вот этих лет, они меня не покидали. Действительно морской вкус. Соль, йод, на послевкусии торф. Вот даже прям такой насыщенный торф, я бы сказал. Как в Лафройге 10. То есть вот не как в Лафройг Quarter Cask, а именно Лафройг 10. То есть торф, дым ощущаются хорошо. Так, записал и пробуем еще раз. Вот сейчас ощущается такая приятная легкая терпкость. На послевкусие вот опять же торф и йод. Вот такие прям ярко-ярко выраженные. Они, как бы это сказать, не перекрывают другие вкусы, но они чувствуются. И чувствуются очень хорошо. Причем хочу сказать, что виски мягкий. Кстати, я не посмотрел его крепость. 45,8 его крепость. Но вот эти градусы здесь абсолютно не ощущаются.
ощущается как 40, как 38. То есть это говорит о чем? О том, что виски мягкий, он ароматный, он насыщенный, он очень вкусный. И при этом всем он очень мягкий. Он пьется очень легко. Вот. Сейчас прям, ну вот реально, вот одни эмоции. Прям виски восторг. Виски, который прям я рекомендую попробовать всем любителям виски. Вот прям обязательно. Потому что это виски, который никого не оставит равнодушным. Замечательный. Любимый. Я вот даже вот так вот хочу сказать. Но я скажу сразу, что он входит в топ-10 односолодовых виски, которые мне нравятся. В мой личный топ-10. Вот так. Прям захлестнули меня эмоции. Как-то вот я даже путаюсь в мыслях. В общем, что я смог записать? Аромат. Минерально-соленые нотки. Йод. В скобочках медицинский кабинет. Сухое белое вино. Сорт Шардоне и Рислинг. И нотки персика. И вкус. Яркая морская нотка. Йод. Легкий, но заметный торф. Виноград. Персик. И легкая нотка апельсина. Вот я это не сказал, но записал. Потому что пока записывал, я ее почувствовал. В общем, получается как-то так. Односолодовые виски, о котором я мечтал долгие 3 года почти что, который я вспоминал почти в каждом своем видео, и я его снова купил, и я его снова попробовал. Ну и, конечно же, повторю, что я рекомендую попробовать его всем.